Коровка Конни. Художник Роман Рыбакевич. Композитор Джозеф Роя. Режиссер Джозеф Вициано. Странный мотылек. На ферме, где живет коровка Конни с папой и мамой, сейчас ночь, и все крепко спят. Как вдруг какой-то треск разбудил Конни. Ой, что это? Треск, как оказалось, издавал непоседа сверчок. Но Конни никогда раньше не видела сверчков. Она испугалась и бросилась к родителям. Подумала Конни. Как хорошо, что в такие минуты мама и папа рядом. Взошло солнце. Начался новый день. Пришло время завтрака. Какие аппетитные запахи! Думала Конни, прогуливаясь по цветущему лугу. А над цветами, в поисках нектара, порхал пестрый мотылек. Ух ты! Подумала Конни, увидев мотылька. Какой красивый мотылек! Как ловко он машет своими крылышками. Помогите! Воскликнул мотылек. Эта корова хочет меня съесть. Ха, какой он дружелюбный! Подумала Конни и помчалась за перепуганным мотыльком. А он, бедняжка, не мог понять, что Конни просто хочет с ним поиграть. Но как мне отвязаться от этой коровы? Панически закричал мотылек. Уставший, без сил, он опустился на куст. Ха-ха! Подумал мотылек. Здесь-то она меня не достанет. Слишком высоко. Не могу достать! Не могу достать! Я знаю, что мотылек хочет со мной поиграть, но не знаю, как до него добраться. Подумала Конни. Тут она наступила на цветок и сообразила, что нужно делать. Привет! Радостно сказала Конни. Мотылек вспорхнул и опустился на ежика. Это, наверное, был единственный в мире ежик, носивший на носу носок. Я уверен, что иголки ежика меня защитят. Подумал мотылек. Но Конни раньше никогда не видела ежиков и даже не подозревала об его иголке. Вскричала она. Как больно! Бедный ежик! Но Конни тут же забыла о боли и вновь погналась за мотыльком. Я не могу перевернуться! Кричал ежик с носком на носике. Мотылек подлетел к речке. Ура! Воскликнул он. Я знаю, что коровы не умеют летать и никогда не видел, чтобы они плавали. Наконец-то я в безопасности. Я спасен, я спасен. Так-так. Подумала Конни. Лучше я перейду эту речку. И Конни упала в речку. Ощутив под ногами дно, она побежала дальше. Какие интересные животные. Сказала Конни. Они ходят без ножек. Внезапно Конни поняла, что ей нечем дышать, и поднялась на поверхность. Ой, какой стыд! Я не хотела выходить из воды. Там было так свежо. Мотылек был доволен. Я знал, что ты не сможешь перейти реку. Так что отправляйся домой и оставь меня в покое. Но Конни уже кое-что придумала. Она была очень находчивой коровкой. Посмотрите. Привет! О нет, неужели опять? Ой, я не могу двигаться! Сказала Конни. Она застряла в трясине.
Наконец-то! Ой! Подумал мотылек. Теперь она оставит меня в покое. Но мотыльку стало жаль Конни. Надо бы ей помочь. Мотылек подлетел к стаду овечек. Замечательно! Это именно то, что мне нужно. Подумал мотылек. Он начал дразнить одну из овечек. Сейчас я преподам тебе урок, сказала овечка. Помогите! Помогите! Эй! Посторонитесь! Закричала Конни. Спасибо, мотылек. Теперь мы можем с тобой поиграть. Благодаря мотыльку я так много узнала об этом мире. Подумала Конни. Бедный я, бедный, сказал мотылек. Я и шагу не могу ступить без этой коровки. Но потом он увидел, что Конни плачет. Я все понял, подумал мотылек. Коровка хотела лишь поиграть со мной. Теперь она плачет, потому что уже темно, и она заблудилась. И тут мотылек превратился в светлячка. Конни не спускала глаз с этого светящегося пятнышка. Следуй за мной, сказал он. Я отведу тебя домой. По дороге они встретили ежика, который наконец-то встал на ножки. О, нет! Теперь надо все начинать заново. Конни! Конни! Папа и мама Конни очень Конни! Разволновались. Конни! Конни! О, посмотри, это Конни! Радостно закричали мама и папа. Мама! Конни засияла от счастья, увидев их, и бросилась им навстречу. Мама! Все хорошо, что хорошо кончается. Подумал мотылек и полетел домой. Довольная и уставшая Конни погрузилась в сон. У нее был такой интересный день. Как прекрасна природа! И она уснула. Фильм дублирован на русский язык студией «Пилот». Киев, 2003 год.